Телеканал КРТ представляє. В Україні теж анонсовано появлення шерифів. Ребята, вот хто заступиться за простих українців. Обычных участковых заменят так называемые полицейские громады, которые будут работать по принципу шерифа. Что такое принцип шерифа, никто не понимает, просто нужно набрасывать. Я думал, ты объяснишь. Умные слова и все. Сейчас у нас запускается такая новая форма – полицейский офицер громады. И со временем она придет на замену участковым офицерам полиции. Ну что, ребята, заживем? Заживем, конечно же, потому что я лично не то, что шерифов... Заживем, я бы сказал бы. Да, не, схаваем, сидим и будем радоваться, пышаться дальше. Но на самом деле я за шерифов, я за любых вообще людей, которые носят форму, имеют хоть какую-то власть наводить порядок, потому что я лично ментов, простите за выражение, вообще не наблюдаю. Я не знаю, вы их видите? Вы их очень много видите. Я помню, когда только реформировалась полиция, тут они везде стояли, с ними все селфились и так далее. Когда пришлось машинки работать... Машинки ездили постоянно, да, мигают. Там, вообще как бы, я не наблюдаю полицию. Сейчас такое врывается сюда. Полиция. Тебя мало полиции, мать. Ну, каких тебе реформ не какие еще не хватает. Да, но на самом деле, пускай у нас будет шериф, пускай заживем. Если они действительно будут, так сказать, и на виду, и их, может быть, не на виду, но в случае чего они будут выполнять но работать свою работу. Конечно. Не знаю. Я думаю, что рано или поздно кто-то будет здесь работать. Но... А я вот нашел здесь ответ, зачем они создаются. Давай. Так. Давай. Полицейские громады будут постоянно находиться на территории общины и сотрудничать с ее жителями. При этом финансирование будет ложиться в том числе и на общину. Этот абзац ответил на ваш вопрос? Секты, что ли? Община какая? Цыганская, которая торгует наркотиками?